Почти 2 тонны контрабандной черной икры попытались перевезти через пост полиции рубеж в Слюдянском районе. Ценный груз браконьеры везли из Читы в Новосибирск. Стоимость партии морепродуктов почти 100 миллионов рублей. На контрольно-пропускном посту полиции водитель предоставил накладные на перевозку 7 тонн горбуши. Однако вместо нее наши сотрудники обнаружили более 100 полимерных контейнеров, в которых находилась расфасованная в пластиковые и стеклянные упаковки черная икра осетра, а также замороженная рыба осетровых видов. Проведенным Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству исследованием было установлено, что черная икра имеет натуральное происхождение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Партия икры изъята, курьеры задержаны.